место массового расстрела. Я думал, что это место непосредственно там, где был плакат. Оно вот где. Место расстрелов жертв массовых репрессий. Отцу диакону Новоусманской православной церкви Левашову Дмитрию Митрофановичу, расстрелянному большевиками за веру православную, а детей, внуков и правнуков. Помним, скорбим. Братоубийство. Здесь покоится прах 12 человек. Здесь покоится прах 36 человек. Покоится прах 39 человек. Здесь покоится 40 человек. Здесь покоится прах 47 человек. Покоится прах 19 человек, 52 человек, 84 человек. Сколько ж здесь людей? Страшно. Большие цифры. Страшно даже воображать, все это осознавать. Он часовню строит. Сей камень освящен в 6-м году митрополитом Воронежским и Борисоглебским Сергием в ознаменовение основания храма в честь память святых новомучеников и исповедников российских на месте убиения невинно пострадавших в годы безбожья и лихолетия. Так, там вот идет строительство. Большие цифры. Вот. Вплоть до того храма.